Всем привет, ребята, меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня мы будем играть в мороженщика в реальной жизни. Я заказала мороженщика прямо из Даркнета, и это человек в маске мороженщика, с которым мы сейчас будем играть прямо здесь, сейчас, в моем доме. Ребята, я надеюсь, что вам понравится это видео, и вы не забудете подписаться на мой канал, поставить лайк, и не забудете подписаться на Инстаграм и на другие мои каналы, ребята. Но мы начинаем, по-моему, он уже в коридоре. Камеры. Стой там. Чё? Он зашел, сейчас я посмотрю. Чёрт, что там? Мне кажется, он листочку ранил. Чёрт, это какой-то листочек. Is anybody looking? Чёрт, пойдём посмотрим. Он ушёл. Где мороженщик? Я не знаю, он туда ушел, туда ушел. Чёрт, какая-то карта. Бежим скорее. Чёрт, он идет. Давай, давай, давай. Что? Я не знаю, что это. Чёрт, слышишь? Он там ходит. Фиг его знает. Что это, листочек? Так, сейчас я тут все изучу. Так, непонятно. Это карта. Дим, это какая-то карта. Что там? Я не знаю, тут нарисован молоток, окрестности написано, коробка, свечка. Я поняла, это как в игре предметы, которые нам необходимо найти. Прячемся, прячемся. А, черт, черт, мороженщик идет. Ты здесь? Да, да, да. Чич. Is anybody looking? По карте. Так, сейчас я буду смотреть, где мы по карте. Так, 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 мы дома. Нужно найти молоток. Вешалка. Я, по-моему, видела вешалку. Нам, короче, ребята, нам нужно собрать все предметы, чтобы мороженщик нас не заморозил. И что? 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 И тогда мы выиграем. Это газовый, все предметы. Газовый ключ. Все предметы. Газовый ключ, свечка. Так, свечка, газовый ключ, свечка. Вешалка. Погоди, а тут плохо что-то пропечаталось. Вижу, вижу. Это плоскогубцы. Плоскогубцы. Молоток. А вот это что, чашка тоже нужно искать? Это кофейня, нет. А, это кофейня, а это дом. Что? Так, короче, я вижу. Походу, он ушел на кухню. Самое главное, чтобы мороженщик нас не заметил. Подожди. Так, смотри, вешалка. Как раз она нам нужна. Отлично. Так. Черт, он идет. Нужно куда-то спрятаться. Черт. Так, походу он ушел. Пиши дальше. Будем складывать все здесь. Так, еще раз, ребята. Так, мы нашли вешалку. Мне нужно чем-то зачеркивать. Нужно чем-то зачеркивать, ребята. Мне нужна какая-нибудь ручка, чтобы я не возвращалась опять к этому. Черт, мороженщик. Да. Черт, черт. Он опять здесь идет. Черт. Is anybody looking? Черт. Так, вешалку. Вешалку нашли. Есть. Так, сейчас что? Что мы ищем? Что сейчас дальше будем искать? Дим? Надо искать молоток. Молоток, молоток. Где может быть молоток? В ящиках инструмента. Где может быть молоток? Нужно проверить. Секунду. В диване, в туалете. Чёрт. Is anybody looking? Все, прошло. Все, 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 все. Он ушел в другую комнату. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Чёрт. Проверим эти комнаты. Черт. Здесь какая-то сумка. Здесь какая-то сумка. Черт. Не знаю, что это. Там что-то есть. Черт. Там сумка? Да, да. Я не знаю, что в сумке. Сейчас разберем. О, слушай. Черт.
Он не должен нас слышать. Черт. Что там? Что там? Я не знаю, что. Тряпки, какие-то тряпки. Что в них? Что там, что там? Газовый ключ. Газовый ключ. Мы нашли газовый ключ. А, жесть, ребята, мы нашли газовый ключ. Это еще один предмет из карты мороженщика. Так, закрывай его, газовый ключ, закрывай. Блин, это просто жесть. Нам нужно успеть найти все предметы, чтобы мороженщик нас не заморозил. Если он нас заморозит в реальной жизни, я просто превращусь в какую-то морозильную льдинку. Между прочим, Дима, тише, тише. Дальше, давай. Нужно искать по всей квартире эти предметы. Свечку, свечку. Свечку, надо. Свечку. Где искать свечку, я не знаю. Может быть, где-то рядом. Я не знаю, может быть, здесь. Смотри, здесь полно свеч. Здесь полно свеч. Нам нужна такая. Нам нужна такая на подносе свечка. Одна штука. С подносом, я не знаю. Какая-то свечка, я не знаю. Что здесь? Блин, черт, здесь нет. Не знаю, где. Где искать свечку? Вот коробка. Где? Какой вот коробка? Коробки. Черт, здесь какой-то хлам. Я не знаю, что это. А это что? Это книга какая-то. Походу там что-то есть. Черт. Опять он идет. Is anybody looking? Что это за книга? Как ее открыть? Что это в ней гремит? Черт, она открывается. О! Все, свечка. Мы нашли свечку. Свечка. Окей, да, свечка как раз на этом блюдце, на котором и должно быть. Итак, еще один предмет. Так, это свечка. Отлично, мы нашли свечку. Можно отметить ее. Главное, чтобы мороженщик нас не услышал. Так, ребят, так, еще какие предметы? Плоскогубцы, плоскогубцы. Нам нужны плоскогубцы. Где можно искать плоскогубцы? Я не знаю, мы здесь уже все пересмотрели. Плоскогубцы, может, они здесь еще есть? Еще. Нет, тут какой-то хлам. Надо на кухне посмотреть. На кухне? На кухне? Плоскогубцы? Ты че, больной? Его нет. Черт. Там есть? Кто-нибудь? Ничего, ничего, нет никого. Мороженщик, да. Смотри, какая-то сумка. Сумка. Скорее, скорее, бежим обратно на базу, на базу. Скорее, скорее. Это еще нам везет, что мороженщик до сих пор нас не нашел. Так, мы что ищем? Мы что-то ищем. Мы ищем плоскогубцы. Плоскогубцы. Так, что это? Мы нашли молоток. 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 У нас был молоток. Молоток есть. Здесь тоже молоток есть. Отлично. Ребята, мы нашли молоток. Итак, получается, что у нас остались одни плоскогубцы, да? Давай проверим все. Так, вешалку нашли, молоток нашли, газовый ключ нашли, свечку нашли. Остались плоскогубцы. И они, прикинь, менее заметны. Просто если бы мы их не нашли, мороженщик бы нас заморозил. Это точно. Так, молоток, газовый ключ, все. Я сейчас не вижу. Is anybody looking? Он зашел. Возьми с собой что-нибудь. Что? Возьми с собой, чтобы он на нас не напал, газовый ключ. Он нас заморозит, это не поможет. Тише, тише. Кажется, он ушел. Кажется, он ушел. Кажется, он ушел. Так, все, короче. Что делать? Так. Нужно найти плоскогубцы. Плоскогубцы, плоскогубцы. Где могут быть плоскогубцы? Плоскогубцы в нашем квартире. Где? Может быть, в ящиках? Точно, нужно пора посмотреть ящики. Скорее, бежим. Ящики. Есть какая-то коробка. Черт. Найдем. Как ее открыть? Как ее открыть? Как открыть эту коробку? Есть! Плоскогубцы! Мы нашли плоскогубцы! Ура! Черт! Черт! Черт!